Штурмовые части, инженеры, которые прокладывали пути перед наступающими войсками, разминировали мины, минные поля. На их плечи легла великая доля. Ведь сапер ошибается всего один раз, а этого не надо. Потому что каждый боец был на счету. Открывается огонь с первой линии обороны германских войск. Саперы начали свою работу, но они начинают... Все года, в 25-м году... Не щадя своих голов, на данный момент времени Красная Армия мешает продвижению станковых пулеметов МГ-42. Это так называемая, которая имела скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Также в сегодняшней конструкции будут задействованы еще одни войска, не только саперы, но также и будет отработана, показана войска связи, которая без них никуда. Даже сам Константинович Жуков сказал в свое время, связь – это нервы войны. Множество было историй у связистов. Великая доля на них кладется. Если не будет связи, не будет управления с войсками, будет даже бывали случаи при устранении обрыва связи бойцы. А если у них не находилось, то при помощи зубов брали вот и держали провода. И за невозможность была вызвана артиллерия. Поддержку вот. Thank you.
Ведь здесь они защищают свой дом, как мы защищаем 44-й год. Thank you.
подлить потом некоторые. До следа по автомобку, Красная Армия принимает решение. Вы в артиллерийской поддержке. Второй линии. Все, что лежит рядом, все, что у бойца с собой. Все.
Можем наблюдать, что Астага захлебнул, что все-таки остались германские войска. Ты что, потеряться хочешь? Ты сейчас уйдешь, если не найдешь. Потому что они укрепляют, они держат, они охраняют свой дом. Показалось, да, что... Ты везде будешь успеть? Да, а? Конечно, я везде было. Успеваю. Ты-то сегодня еще не было. Сегодня была ночь. Улыбалась? Ну, не в свободе. Давайте все вместе поаплодируем.